Ну вот, мы куда-то приехали, и оказывается, здесь у нас открывается портал. Опа. Ага, в который мы почему-то не можем войти. Довольно забавно выглядит. Ну ладно, идем дальше. Дверь у нас закрыта. Остается только один проход, как всегда. Ага, и мы попадаем обратно в камеры. Сбежать нам все-таки не удалось. Да я-то здесь при чем? Вы сами там во всем виноваты. Надеюсь. А тем временем мы ставим портал к выходу. Потому что если просто так взять кубик, дверь закрывается, это не получится сделать. И идем дальше. Тише, успокойтесь. Отлично. Так. Ставим порталы, чтобы сделать такую воронку. Турели вроде успокоились. И теперь влетаем в один портал, вылетаем из стены. Как-то вот так. Ну и, конечно, проседаем в воздухе. Ты! Вот тебе за это. Что у нас здесь? Здесь у нас... Оп! Успели поставить портал. Отлично. И теперь аккуратненько их сносим. Идем дальше. Не смешно. А это смешно. Да не, нормально. Вот. Как-то так мы все это сделали. И у нас открылась дверь как выходу. Да, мы идем. Бедный Майк. Ну что, хотя бы не один буду проходить эти тесты. Угу. Ну круто. Ух ты, Дортик и здесь есть. Садюга вернулся! Ура! Опа! Ребят? А! Отлично. Идем дальше. Оп. Ага. Оп. Ну, отлично. Так, теперь нужно пустить шарик. Ну ладно. О, как удобно мы появились. Немного криво, но надеюсь сработает. Да. Ну и теперь нам остается просто выйти отсюда. Выход у нас наверху. Лифт ждать не обязательно. Ага. Три, два, один, ноль, минус один, минус два, минус три. Ну вот что ты творишь, а? Ну-ка давай еще раз. А что я с ним сделал? Да ладно! Вот эта вот штучка? 500 евро! А, и поэтому ты мне оба кинул, да? Чтоб я их оба жёг и еще больше их потратил. Нет? Что, теперь только один кинешь? Ну ладно.
Нам, в принципе, одного хватит, наверное. Спасибо, камере. Так, а что у нас здесь? Здесь выход. И турели. И кнопка, активирующая панель. На время. Ну чё, поехали. Так. Бежим в центр, бежим в центр. Тихо, 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 тихо. Отлично. Оп. Так, потихонечку. Аккуратненько. Сносим каждую. Аккуратненько. Отлично. И кубик, конечно же, мы не взяли. И плита уже, конечно же, закрыла. Ну ладно. Угу. Идем назад за кубиком. Так. Что ж, теперь турели нет, проход чист. Теперь мы можем с легкостью быстренько все это пробежать. Так что, хоть там все это и на время, не стоит забывать, что можно попытки-то повторять снова и снова. К счастью, мы можем попасть назад. Да, точно. Погнали, погнали, погнали. Вот мы здесь. И теперь мы должны просто перепрыгнуть к выходу. Но нам мешает... О, кстати, удобная вещь. Нам мешает эта вот штука, поэтому... Откуда-нибудь отсюда. И еще разок. И еще разок. Опа. A test subject reaches my two favorite test chambers. Ну, посмотрим, какие твои любимые комнаты. Что, теперь не хочешь меня убивать? Message of general interest. Ух ты. Every employee of the HPDT 3 sector. Are required to cease their activities now and head up to the S14 meeting room in order to be briefed on the crucial events that will take place in the upcoming hours. Thank you and have a nice day. Ага. Скажу вам по секрету, что они отправляются активировать Глэдос. Мы еще где об этом не знаем. Ну вы там скоро мне откроете? For the very first time, we can't cancel everything this way. Well, I don't really appreciate you, but I must agree with Matt. I have an idea. Wait a minute. Идея, что за идея? Okay. Ну ладно, я подожду. Here we are. What have you done? I wrote a little shell script on this terminal, which is going to places. For example, it can detect whenever a box. И ты сделал это меньше, чем за минуту, да? И сделал только сейчас. А раньше, ребята, вы о чем думали? Блин. Да. Логично. Да хоть на этом спасибо. Пока-пока. Фух. И камера наконец-таки открылась. Кстати, стоит сразу же заметить, что ее можно, в принципе, даже и не проходить. Просто взять
И идти в 19-ю, так что чё, поехали, ладно. Чё уж, хер с ним. Да ладно, 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 я пошутил. Просто, на самом деле, если ее не пройти, то нам потом понадобится кубик, который, кстати, есть в 18-й камере. Цель 18-й камеры — получить кубик для 19-й камеры. Но если вы по какой-то причине этого не сделали, например, как я, то можно просто в нее вернуться обратно. Так что не переживайте. Оп. Тут у нас есть такая потайная дверька. Вот. 18-ю камеру. 19-ю камеру. Вот мы, собственно, и здесь. Вот наш кубик, который нам нужно провести через всю эту либерду и получить на выходе. Нужно отключить поля, поднимать поочередно вот эти вот планки. Но для этого нужно сначала выяснить, за что какая кнопка отвечает. Вот это вот поднимает последнюю планку. А до остальных мы пока не можем добраться. Так что давайте разбираться. Для начала нам все-таки нужно снять все поля. Нужно посмотреть, куда мы можем поставить порталы. Мы можем сюда попасть. Поле 2 снято. Вот. И да, действительно, одного поля уже нет. Так, тихо. Угу. Еще мы можем добраться сюда. Ага. Значит, план такой. Прыгаем в эту воронку, вылетаем отсюда и попадаем прямо туда. Давайте попробуем это сделать. Оп. Главное это в конце чуть-чуть наклониться сюда и присесть. Тогда получится. И снимаем еще одно поле. Кстати, если поставить сюда портал, то это будет очень выгодно, потому что нам ведь потом придется аккуратно нажимать по каждой кнопке, чтобы пропускать кубик, а из этого места легко добраться до этих двух кнопок. Но пока мы не будем этого делать, собственно, почему? Потому что нам нужно еще открыть еще одно поле. Поставим портал сюда. Ну и посмотрим, как туда можно добраться. А вот так. И снимаем последнее поле. Все, все поля сняты. Кстати, мы могли его снять еще, когда пришли из 19-й камеры. Вот мы отсюда пришли, и была кнопка. Но для тех, кто оттуда не пришел, можно было дойти по-другому, как только что я, собственно, это и сделал. Ну а теперь осталось только разобраться, какая кнопка для чего используется. Вот, например, это, как я уже пробовал это сделать, она открывает последнюю дверь. Эти две. Если я не ошибаюсь, вот эту и вот эту. Ну давайте это проверим. Поставим портал туда, куда я и говорил. Для этого нам еще раз придется полетать в воронке. Опа. Ставим портал. Главное не забыть, что он синий. В данном случае. Так, эта кнопка у нас открывает первую дверь. А вторая кнопка... Наверное, третью. Да, третью. Значит, последняя кнопка. Вторую. Как до нее добраться? Аккуратненько прыгаем. О, на угол. Ну что ж, теперь ждем плиту. Одну мы только что пропустили. И выбрасываем кубик. Оп. Фух, ну понеслась. Жалко, что они еще так медленно открываются. Можно же не успеть.
Но зато хорошо, что и плита медленно едет, когда на ней кубик лежит. Так что все нормально. Я думаю, можно уже идти к следующей. Да. Вторая, это у нас... Вот это! Фух, опять повезло. Потому что сюда довольно трудно прыгнуть с угла так. Ну, главное, что все получается. Идем к следующей. Вот у нас третья. Давай. О, там еще та не доехала. Третья. И осталась последняя. Тан-та-дан. Нет, тихо, стой. Фу. Ура. Виктори. Ура. Ставим кубик. И обнаруживаем такую вещь, что поле-то у нас зеленое. Так что мы его можем пронести в 19-ю камеру. Что мы, собственно, и сделаем. Let's go!